Привет всем! Хочу представить сегодня свою коллекцию кассет группы «Бригадный подряд» состава раннего, который мне очень нравился. Кассеты я решил продавать. Вот три из них я уже сегодня отправляю. Вот решил быстренько сделать обзорчик, кому может быть интересно будет. Вот одна из ранних записей. Все панк-рок, 88 год. Сейчас играет она. Вот такой вкладыш там. Не знаю, видно, не видно. Заверни обратно. Вот. Вторая кассета «Розовая вода». Тоже интересный альбом. Мне он нравился в свое время и сейчас нравится. Кассета. Выпускал ее «Караван Рекордс». «Секс – это выпить». Неправда. Вот такой вкладыш у нас. Кассеты у меня почти что все, почти что в идеальном состоянии. Вот первая кассета, с которой я начал слушать «Бригадный подряд». Купил я ее после того, как побывал на концерте. Совместным был концерт «Король и Шут» и «Бригадный подряд» в клубе «Арт-клиника». И мне они понравились тогда очень. Вот купил кассету и, в принципе, с этого времени и зафанател. Сама кассета вот такая, без всяких надписей. Ну, тоже все лицензионное, это как бы. Так, вот такая вот. Кассеты, вот, в принципе, все с 97 года я их покупал. Сине-бело-голубой, тоже интересный такой альбом. «Караван Рекордс» тоже выпустил. Такой вот вкладыш. «Реаниматоры» альбом, тоже такой мощненький, интересный. «Капкан Рекордс» выпускал, 99 год написан. Эх, молодость моя. Сейчас еще сниму несколько роликов с каждой кассетой. Шортсы, не ролики, шортсы. «Бригадный подряд», альбом «Идиот». Это уже без Коли, я так понимаю, да. Состав у нас «Конвисер», «Соболев», «Джефф Бэк Вокал». А, ну так, в принципе. В принципе, «Конвисер» и «Соболев» тут основные. Значит, «Сос Рекордс» выпускала этот альбом. Ну, «Насилие и секс» тоже с «Конвисером».
Стенка такая, значит, сам корпус. Хорошие песни тоже. Ну и последняя кассета, бригадный подряд, The Best. В дискографии я не нашел, кстати, такого. Но это сборочка как бы официальная. Одна из моих любимых групп с тех самых времен и до сих пор. Ну, новый состав я, конечно, видел, на концертах бывал. Играют профессионально, ничего не скажешь, но меня не вштыривает. Ну, конец обзора.